призвал Господь однажды сто ангелов к себе, по лесенке на землю отправил их с небес. И принести оттуда Господь им повелел все лучшее, что только найдется на земле. По лесенке прозрачной, как звездные лучи, спускались осторожно сто ангелов в ночи. И разошлись, простившись, по весям кто куда, исполнить то задание, что сам Господь им дал. Вот 99 вернулись точно в срок и принесли немало они земных даров. И ангел запоздалый принес подарок свой, лежал на ладони слезинка у него. Склонив голову смиренно, он Господу сказал: увидел я, как грешник молился и стенал. Молил он о прощении и плакал о грехах, и вот его слезинка теперь в моих руках. Была она похожа на райскую росу, и радовался, глядя Господь на ту слезу, и молвил в умиленье: Творец и Царь миров, мне грешника слезинка дороже всех даров.